Более разношерстного района в городе не найти. Поэтому ассасины обосновались именно здесь. Хотелось бы взглянуть. Кесенрикле? Братство будет счастливо видеть того, кто покончил с самими Борджи. О, иди сюда! Что, уже весь город знает, что я здесь? Ну, ваша война с тамплиерами не осталась незамеченной. Поначалу я вообще не помышлял о насилии. Я искал мудрости и знаний из библиотеки Альтаира. Не предполагаю, что на 300 лет как закрыто. Нет, такое я предвидел. Но не ожидал, что ее охраняют тамплиеры. Неудачно, да? А 5 лет назад у них тут почти не было влияния, так? Жалкая кучка с мечтами о реставрации византийского трона. Но с каждым днем их становится все больше. Время султана Баязида уже на исходе. Они точно что-то устроят. А что, у султана нет наследника? Не один, целых 2 сына. И они терпеть друг друга не могут. Все как водится. Стоит султану кашлянуть, принцы тут же хватаются за сабли. Тамплиеры и атаманы, наверное, не дают вам скучать. Эцио, мне даже некогда почистить саблю. Эльгин, ты теперь крыса. Атаманские солдаты люто ненавидят византийцев. Ведь это помогает продохнуть. Серьезно? Ну, вроде бы. Тебя убьют, если ты косо взглянешь на них. Но потом будут жалеть. Так мило. Да нет, все не так плохо. Впервые за долгое время ассасины стали силой в городе. Раньше было не так. При византийском императоре за нами охотились и убивали на месте. Скорее поспешим. Иди сюда! Почти пришли. Сюда.